родился человек на земле. С чего он начал? С творчества. Ему надо было творить для того, чтобы жить. Потом эта потребность переросла в более глубокие, какие-то интеллектуальные потребности. Народный артист СССР Валентин Левашов. Он уже обеспечить себя едой научился. Кажется, все. Нет, не все. Именно поэтому человеку нужно что-то такое, что все время бы его поднимало над всем остальным миром, который создан на нашей земле.